День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на то, что я сделаю, очередную сумасшествие, которое я сделаю в игрушке Kerbal Space Program. И давайте посмотрим, и знаете, что я попытаюсь сделать? Я просто в прошлой серии увидел этого альбатроса, потом начал с ним немножко играться, его изменять. И долетел достаточно высоко на альбатросе и подумал, а хорошо, я сделал такой огромный самолет, почему бы мне не сделать тогда этот самолет по-настоящему самолет-ракетой? То я пытался это сделать давным-давно, и у меня не получилось, просто потому что я не делал достаточно большой самолет. Теперь я могу это сделать, я могу попытаться это сделать, и давайте попытаемся это сделать. Так, давайте тогда сделаем так. Хорошо. Итак, я сейчас попытаюсь сделать самолет таким образом. У меня посередине будет модуль, который будет ракетным, а то есть он мне даст небольшой толчок дальше в космос, потому что после какой-то высоты простые движки самолета, они не работают. Поэтому да, это нужно сделать. Но что я еще сделаю? Я поставлю кучу движков, потом добавлю еще RST управление, то есть управление в вакууме. Но это попозже. Сначала мне нужно сделать огромный самолет, который сможет себе дать достаточно большой толчок, чтобы вылететь наверх. Итак, давайте тогда будем строить. Так, давайте возьмем вот эту вот турбинку. Почему бы и нет? Где у нас центр тяжести? Угу, хорошо. И так. О, господи, да. Центр подъема пока что не считается. Пускай, давайте выключим его. Так, давайте посмотрим, где у нас наш нос. Наша хрюкалка. Хотя, по идее, хрюкалка, так как это ракетный элемент, она нам не нужна. Мы можем поставить простой обтекатель. Так, что у нас следующее? Следующее... А, у нас как раз следующее это SAS-модуль. Очень важен. Так, хорошо. Теперь мы начнем клеить на этот самолет крылья. Очень-очень много. Очень большие крылья. И мы попытаемся сделать так, чтобы он взлетел. Да, он взлетит и полетит. И давайте так поставим. И пока я игрался, я придумал. То есть я не знаю, работает ли это, или достаточно хорошо ли это работает. Так, это... Хорошо, давайте посмотрим. Так. Оп, есть. Вот сюда клеим вот так вот. Окей. Это первый уровень крыльев, и у нас здесь будут... Так, где наш бак? Бак с бензином, керосином. Окей. И теперь нам нужен флюзеляж еще. Еще флюзеляж легенький флюзеляж. Хорошо, это первое чудо-юдо, которое я сделал. Так, давайте симметрию включим. Я забыл ее включить. И давайте по углам включим симметрию, чтобы не думать, куда и как прилепил я. Что? И так, где наша турбина реактивная? Так, хорошо, тоже симметрия. Все, бусечка. Это первое крыло. Первое крыло. Их будет много, не бойтесь. Это будет сумасшедшим самолетом. Но нам нужен хвост, поэтому давайте возьмем хвост. Хвост, ты где? Я думаю, что мы обойдемся без симметрии. Так, хорошо. А где у нас центр тяжести? Где-то по центру. Центр тяжести по центру тяжести. Может быть, подальше его вперед немножко? Немножко. Совсем чуть-чуть. Симметрия. Симметрия, не уходи от меня. Не уходи, не обижайся. Так, хорошо. И теперь давайте будем строить уже более нормальные крылья. Потому что вот этот элемент, это специальный для элеронов. Так, где они у меня как раз? Элероны, элероны. Вот они, элерончики. И они как раз очень приятно ставятся на эту деталь. Вот, видите, оп, чпок, и стали. Все, хорошо. Теперь давайте будем клеить новые крылья. Так, окей, чуть-чуть, немножко правильнее. Так, я сойду с ума, если у меня будет все не идеально. Так, хорошо. Так, где наш бак с бензином?
Я вот, честно говоря, не знаю, спереди или сзади. Сзади или спереди. Так, давайте посмотрим, как у нас центр взлета. Ага, вот так вот, хорошо. Вот так ему нравится это. Где мой флюзеляжик? Джичек. Так, и... Так, хорошо. Теперь снова крыло. Так, я просто включил эти две вещи, чтобы они были рядом, всегда были рядом. Потому что, когда они рядом, тогда самолет взлетает хорошо. Оп, окей. Ну, или, по крайней мере, мне это говорили люди. Давайте теперь поставим опять бак с бензином вот сюда. А, ну, это не идеально, но посмотрим. Так, да, где мой флюзеляж? Оп. И давайте турбину. И я думаю, что пока что мы закончим с сумасшествием. Давайте попытаемся, по крайней мере, взлететь на этом чуде-юде. Так, где наши турбиночки? Так, носики. Вдыхатели. Так, отлично. Где наше крыло, которое делает крыло похожим на крыло? Я скажу крыло еще раз. Крыло. Не очень. А вот это уже приличнее, может быть. Так, тебе нравится? Нет, давайте все-таки так поставим. Хорошо. Теперь нам нужны шасюськи. Шасюсяськи. Так, давайте перевернем самолет, чтобы было приятнее смотреть на это все. Так, где наши шасисейки? Так, нет, симметрия нам не нужна. Раз, шасси. Два, шасси. Я думаю, что сюда. Так, теперь нам симметрия нужна, потому что она на разные крылья лепит. И я думаю, что вот так тоже поставим. Так, хорошо. И, честно говоря, центр тяжести здесь, взлетная там. Ну, я надеюсь, что оно полетит. Я пока что называть его не буду, просто потому что я не уверен, что оно вообще полетит. Поэтому не будем давать ребенку имя до 3-го года жизни, как в средние века. Чтобы было не жалко, если его скушает корова. Так, все, он по крайней мере, он стоит уже нормально. Я совсем забыл разделить ракету и турбины на разные степени и ступени взлета. И мои крылья, о господи, мои крылья, скакуны. Я лечу, я, конечно же, лечу не на том, на чем я хотел лететь, но я лечу прилично. Тихо, спокойно. Так, вот так, все, хорошо. СС, удерживай нормальное направление, удерживай. Так, это... Я бы не назвал это нормальным полетом, но ничего, вполне прилично. Так, давайте теперь тогда попытаемся приземлиться. Так, как раз я так быстро сжег, интересно, свое топливо. Так, ну, планирует вполне прилично, при этом, видите, размахивает крыльями. Я думаю, что эти размахивания крыльями нужно будет тогда... лапками машем. Так, это все можно будет потом укрепить еще. О, господи. Оп, и флюзеляж остался в живых, потому что он плавает. Как раз им именно строят корабли, если сходит достаточно с ума. Так, ангар. Ангар, давайте вернем. Первое, что нам нужно, это поставить вот эту штуку, чтобы она была достаточно... Хотя, знаете что? Я думаю, что я сейчас это оторву. Так, встань сюда. Теперь это оторву. Это оторву где? Ха, может быть, короткую? Нет, это не то. Вот такое.
Да, не очень длинное, не очень большое. Ну, вот такое средненькое. Так, теперь ставим это сюда. Где наши крылья? Где наши все знаки? Симметрия. Это одно крыло всегда не очень хорошо работает. Так, давайте посмотрим. Ну, интересно. Ну, вот так вот может полететь? Нормально? Хорошо, хорошо, самолет, я тебе поверю. Что нам нужно теперь еще сделать? Нам нужно укрепить крылья. Давайте это сделаем, чтобы они не разваливались сразу же. А также нам нужно разделить вот эту турбину. Так, давайте добавим ступени разделения. Так, эта турбина запустится попозже, все остальные запустятся после нее. Хорошо, хорошо. Может быть, еще пару элерончиков. Мне кажется, когда самолет не взлетает, мне хочется... Для взлета элероны. Да, для взлета элероны. Или, может быть, для стабильности, все что угодно, только не элероны. Так, флюзеляж сюда. Интересно, как это полетит, но... Так, я ничего еще не... А, я хотел укрепить. Укрепить крылья хотел. Где они наши? Укреплялки. Моталки, укреплялки. Симметрия включена. Отлично. Раз. И два. И раз. Это явно не прошло. Так, тихо, давайте попытаемся взять эту же штуку. Вот, раз. Вот так. И два. Вот так. Хорошо. И теперь еще раз. Раз. И два. Все, хорошо. Правда, вот эти крылышки почему-то очень криво стоят. Так вот должны стоять эти крылышки. Все, хорошо. Давайте попытаемся взлететь. Может быть, нам повезет. Может быть, это сумасшествие. Так. Хлюп-хлюп-хлюп-хлюп-хлюп крылышками, и все. И полетит. Так, все, самолет подгрузился. Нормальные турбины вовремя включились. Ага. Хорошо. Так, почему-то я своим задним крылом не могу управлять, но ничего, все. Все, мы летим. Да, мы летим. Давайте поставим SAS, чтобы самолет... Нет, явно SAS нельзя давать эту работу, пускай. Давайте попытаемся взлететь как можно выше. И я явно... Так, странно, я как-то вот эти вот штуки, воздухозаборники не поставил сюда, а воздух все равно сюда поступает. Но ничего, нормально. Так, 3, 4, 700. Я думаю, что этому самолету можно еще парочку турбин приклеить по бокам. Они не помешают, ни в коем случае не помешают. И прямо на Луну полетит наш самолет. Так, хорошо. Летим. Я сейчас просто хочу долететь до той высоты, когда я не смогу больше использовать мои турбины нормально. И включу тогда турбину ракетную. Устрою небольшой толчок себе. Но, по-моему, я начну бесконтрольно просто крутиться. И это будет неинтересно. Так, хорошо. Первую какую-то сферу. Вот, видите, все. Воздуха не стало. И поэтому я могу теперь включить ракету. И я, как видите, двигаюсь с достаточной скоростью. И даже сейчас... Нет, я сейчас уже теряю скорость, потому что кручусь. Но если бы я летел прямо, то я бы набирал все еще скорость и высоту и продолжал лететь все выше, пока не добрался бы до космоса. Но пока звезды мы не видим, мы еще не в космосе. Так что давайте закончим этот полет. Будем считать, что Кербал спасся. Так, ангар. Так, смотрим. Смотрим, что нам понадобится. По идее, мы уже этим самолетом достаточно высоко вылетаем. Но нам понадобится RSC. Так, RSC. Куда бы их поставить? Вот, может быть, именно... Ой, нет, это не тот. RSC. Вот такой вот. Так, бак. Хорошо. Симметрия. Давайте посмотрим, как это сказывается на наш... Ага, все нормально. Все нормально. Так, где наш воздухозаборник? Окей. Так. Может быть, даже везде. Может быть, то здесь тоже поставить эти RSC-баки, потому что мне, по идее, понадобится много. Так. Хорошо.
и еще раз. Итак, эти баки, в них, считайте, сжатый газ, сжатый воздух. И этот воздух мне поможет стабилизировать самолет в вакууме. Ну или просто там, где у меня уже самолет не управляется нормальными турбинами. Итак, теперь нам нужно, так как у нас баки есть, нам нужно теперь дюзы поставить RSC. И если я не ошибаюсь, RSC дюзы у нас вот так вот выглядят. И их нужно ставить... очень осторожно, симметрично. Так, раз, два. Я поставлю как можно больше дюз RSC, просто чтобы я не потерял контроль. Я потом, может быть, меньше поставлю, или больше, или в разных местах. Но пока что я налеплю как можно больше, и потом мы увидим. Так, хорошо. Теперь давайте перевернем самолет. Оп. И поставим дюзы RSC еще и сюда. И сюда, и сюда, и вот так вот, и вот так вот. Все, хорошо, все, отлично. Так, теперь мы готовы, давайте это... Как раз я не знаю, вот этот вот товарищ миллионер, который... Virgin... компания у него называется. Он занимается, по идее, такими самолетами, которые вылетают далеко в космос и потом спускаются вниз. Ну вот мы сейчас попытаемся сделать что-то такое, но так, по-моему, у него параболический полет, а я хочу управлять моим самолетом. Так, все, я ничего не забыл, как всегда, я что-то забыл, но ничего, я ничего не забыл. Я хотел добавить еще парочку крыльев. Ну, давайте оставим так. И назовем это... господи. Vegan Level 10. Да. Это даже не вегетарианец, это веганец 10 уровня. Он не кушает ничего, что отбрасывает тень. Да, это... Привет, Симпсоны. Спасибо за шутку. Так. Хорошо. Толчок. Поехали. RSC пока что, да, оно не включено. Мне нужно будет специально включить для этого контроль RSC, чтобы они работали. И давайте... Ай-яй-яй. Взлетай. Вот, хорошо, молодец. Все, летим наверх. Спокойно, хорошо летим. Так, можно было бы даже использовать SAS. Но, как видите, у меня очень мало. О, господи, как он... Ой-ой-ой, как он своими лапками крутит. Мне нужно было бы добавить больше элеронов и управляющих элементов. Но, хватит. Ничего, нормально летим. Мы летим вверх летим. Все. Именно туда мы и направлялись. И мне интересно, на какой высоте мне стоило бы уже включить RSC элементы. А то есть, когда сделать так, чтобы... наши RSC-элементы все еще нас стабилизировали. Итак, давайте. По-моему, как только я вылечу из вот этого синего, а то есть воздушное пространство покину, тогда мне можно включать RSC-элементы. Так, давайте. Летим. Хорошо, поднимаемся. Взлетаем. И... так, тихо. По-моему, у меня уже потихоньку начинают сдавать турбины. Так, звук. RSC элементы включены. Отлично. Я включаю ракету. И смотрим. Давай. Пожалуйста, останься стабильным. Не начинай крутиться, потому что... Я просто не знаю тогда, что делать, чтобы... Потому что, видите, по идее... Ах! Ну вот что делать? Я вот честно, я не знаю. Может быть, он сейчас стабилизируется просто? Он сам стабилизируется. Да, он все, отлично. Он сам потихоньку стабилизировался. Правда, он теперь крутится в другую сторону. Но ничего. Давайте, может быть, уберем. Так. Хорошо. RSC-элемент. Видите, они потихоньку начинают выстреливать. Так, это я начинаю падать вниз или... Ха... Хорошо, спокойно. RSC-элемент. Так.
Все, я стабилизировался. Может быть, выключить это, чтобы стабилизироваться полностью? Ах! Ах, ну, по крайней мере, мы уже в космосе. Единственное, что мне теперь нужно как-то управлять, а то есть летать по космосу в самолете. И давайте RSC включим все-таки. Попытаемся. Так, я сказал RSC включим. Так, я могу ими управлять. Так, вот если RSC включу, а SAS выключу. Да, вот теперь я могу элементами RSC управлять. Они не автоматически дуют в какую-то сторону. Вот, вот, вот. Все, хорошо. Я управляю. Я управляю, но я падаю. Я потихоньку падаю. Ничего, это не страшно. Это не страшно. Мы сейчас направимся в правильном направлении. Хорошо, вот так. Вот, вот, вот так вот. Ага. Так, теперь стабильно стоим. Все. Видите, мы стабилизировались. И можно потихонечку давать. Так, давай, дорогой. Лети наверх, не падай. 28, 27. Так, но я набираю скорость. Я набираю 26. 25, я все еще падаю. Ах! И у меня закончилось ракетное топливо. Но ничего, ничего. По крайней мере, меня это обрадовало. То есть, я, как видите... Так, давайте... СС выключи, потому что мы от этого начинаем крутиться. Дико начинаем крутиться. И мы сейчас упали уже достаточно низко, чтобы... Так, наши турбины начинают потихоньку включаться. На меня напал таракан! Не таракан, а комар! Проклятый комар! Брысь, комар, не кусай меня. Так, тихо. И мне теперь уже из принципа интересно, я смогу хотя бы... Так, давай, тихонько, перестань крутиться, дорогой мой. Так, все, хорошо, спокойно, тихонько, оп, все, взлетаем, у меня отсюда просто турбины оторвало. Так, все, я более или менее управляю тобой. Более или менее. Так, давайте, может быть, развернемся немножко. Вот так вот. Так, мы сможем набрать высоту? Если мы сможем набрать высоту, то я буду это считать удачным полетом. Конечно же, не идеальным полетом. Да, мы набираем высоту, я управляю самолетом, а то есть я смог бы долететь до суши, потому что, как видите, сушу я больше не вижу. Но мне хватило бы топлива, сказал я, и закончил полет. Быстрее, пока не закончилось топливо. Все. Полет закончил. Кербал выжил. Так, ангар. Давайте посмотрим, что мы можем улучшить. Первое, что я хочу, это... Я хочу больше ракеты. Так, давайте это оставим так. Будем следить. Давайте прицепим сюда еще одну стадию ракет. Так. Оп. Прямо. Хорошо. Еще раз. Прямо. Теперь, где мои ракеты? Так, сюда. Центр тяжести. Ничего, сейчас мы с этим разберемся. Так, хорошо. И когда я поставлю еще нормальные турбины сюда. Так. Все понятно. Мне еще нужно симметрию включить. Это мелочь. Давайте я даже это крыло прилеплю сюда. Оно опять вниз показывает, не знаю почему, оно грустное крыло. Ему нравится показывать вниз. Итак, симметрия. Отлепляем. Прилепляем обратно. Так, как там у нас... Все хорошо. И по идее, вот так вот самолет должен взлететь. Я точно не знаю, но по идее. Так, мы можем даже... Здесь, по идее, можно просто обтекатели поставить. Где мой бюстгальтер? Так, хорошо. Где... Оп. Шасюсяйка. Так. Прямо стоит или нет? Это как-то тут... Просто чем больше самолет, тем... Тяжелее на него смотреть. Вроде бы все правильно. Так, теперь управляющие элементы. Почему? Так, мне нужен хвост управляющий.
где? А, вот он. Вот он, управляющий хвост. Я постоянно его путаю немножко. Так, хорошо. И я думаю, что... Так, давайте посмотрим, что со взлетным моментом сделают отдельные элероны. Так. Хорошо. Так, 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 это не та кнопка. Вот та кнопка. Все, все, более или менее. Более или менее. Так, веганец 11 уровня. И, а, нам осталось еще, так, вот эти вот, да, вот эти движки. Я хочу, чтобы они даже включились. Может быть, попозже, да. Я хочу, чтобы они включились. Вот, вот так вот. Я сначала вот этот движок включу. А вот эти два движка, они потом включатся. И мы полетим, 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 полетим. Так, теперь мне, по-моему, так, слишком много вот этих вот управляющих RSC-элементов не будет. Никогда не будет. Нужно чем больше, тем лучше управляющих RSC-элементов. Симметрия у меня включена. Хорошо. Так, тяжело. Тяжело поставить RSC-элемент, если его выбрасываешь постоянно в мусорку. Так, стало. Тут то же самое, правда, тут снизу, может быть, парочку побольше RSC-управления. Так, хорошо, вот сюда. Па-па-па-па-па. Может быть, вот сюда вот еще. Так, как раз вот сюда можно было бы... А больше симметрии нельзя? Нельзя! Больше симметрии нельзя! Так. Так. Не знаю почему, но мне почему-то мне так понравилось. Все, хорошо. Так, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, сможем ли мы вообще взлететь с этой... С этим чудом-юдом. Но я надеюсь, я надеюсь, что мы взлетим. Так, и тогда уже в космосе побываем. Так, хорошо, самолет не взорвался, когда он подгрузился. Хорошо. О, теперь у меня управляющих элементов побольше. Отлично. Так, мы набираем скорость. Медленно, очень-очень медленно набираем скорость. Это нехорошо. Самое главное, чтобы мы смогли взлететь, по крайней мере, когда доберемся к концу взлетной площадки. Давай, давай, дорогой, давай. Есть? Есть, есть, есть. О, и вот чем мне нравятся вот эти вот большие самолеты. Они машут крыльями. Когда они взлетают, они любят так махать крыльями. Давайте настроим наш самолет. Пускай он лапками крутит. И, может быть, даже порезче поставим наш самолет. Вот так вот. Пускай быстрее взлетает наверх. Так, нам, конечно же, некуда торопиться, но просто хочется. Хочется, чтобы он взлетел быстрее наверх. Так, вот так вот, все, отлично. Все, 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 мы летим. Мы пытаемся выбраться из первого синего атмосферного слоя. Вот как я, не зная, что это такое. Это, скорее всего, не стратосфера, это какая-то сфера. Но первый, нижний атмосферный слой мы потихонечку покидаем. Медленно, не так быстро, как я бы хотел, но... Это потому, что я поставил сюда не дополнительные турбины, а просто ракеты. Я мог бы, например, сейчас запустить вот эту вот дополнительную ракету. Что я, скорее всего, и сделаю. Давайте вот сейчас вот. Так, поехали, быстрее. Крылья немножко так... Уп, 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 сказали крылья. И полетели быстрее. Все, 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 хорошо. Я, скорее всего, тогда и потерял быстро топливо, просто потому что я вот здесь вот на взлетной... фазе я использовал ракету. Так, хорошо, мы потихонечку теряем. Так, это отлично. Мы включаем RSC-элементы. Мы летим. И... Так, так, спокойно. Спокойно. Когда турбины выключатся, меня начнет крутить. Вот, вот, вот так, тихо. И мы начинаем сейчас против этого бороться. Так, с RSC-элементами, может быть, поменьше турбиной давать. Так, давайте перестанем крутиться. Давай, давай, дорогой, перестань, я слишком тяжелый. Все-таки нужно больше и мощнее RSC-элементы. Так, давай, все, хватит крутиться.
Теперь давайте вот так вот повернем самолет. Так. Теперь поставим это все на SAS управление, чтобы мы стабильно стояли. Теперь полностью движок и ракеты. Давайте, набирай, набирай, набирай высоту. И 8, 28. Да, 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 мы летим наверх, мы летим в космосе, мы летим в космос. И мы летим наверх. Это хорошо. Это хорошо, я, конечно же... нет, я не очень быстро теряю топливо, так что это хорошо. 28, 500. Может быть, стоило бы немножко резче наверх подниматься. Но я... Хотя нет, я все-таки сброшу скорость, выключу SAS, повернусь резче наверх. Так, вот так. И теперь включу на полную. Все. Вот, теперь мы летим наверх. Я теряю или набираю? Я набираю скорость. Так, давайте посмотрим на... О-о! Ну, это... Красиво! Красиво, но это не космос. По идее, в космос, когда мы вышли в космос, это значит стали на орбиту. То есть тут я по параболе иду. Это не очень интересно. Так, это не очень опасно или космически. Я хочу совсем по-космически быть. Но у меня заканчиваются ракеты. Опять. Хорошо. Итак, хорошо, у меня закончились ракеты. Теперь, что я вам скажу честно, это то, что при спуске, то есть при входе обратно, так, у меня РС-танки тоже? А, все, понятно, опустили. Так, все хорошо, мы летим. И сейчас, вот чтобы хорошо завершить эпизод, потому что я думаю, что на... Пока что я закончу, у меня просто закончились идеи, как это улучшить, как сделать так, чтобы самолет все-таки вышел на орбиту. И я вам там шанс мне посоветовать, потому что я сам ничего не знаю. Но сейчас я попытаюсь приземлиться, и при том попытаюсь приземлиться так, чтобы самолет не развалился. Ну или, по крайней мере, развалился, но развалился не слишком страшно. Так, давайте тогда посмотрим. Ну, мы уже достаточно низко упали. У нас, по идее, скоро должны включиться. Видите, как мы так... Вот, потихоньку. Давай, дорогой. Так, будем пытаться так стабилизировать, потому что если нас слишком сильно раскрутит, тогда это будет неприятно. Так, тихо. Оп, спокойно, не надо. Тихо. Давайте турбины выключим. Хорошо, все. Здесь они могут работать, но я хочу сначала стабилизировать полет. Так, мы парим. И, может быть, на вон тот вот остров я приземлюсь. Так, все, тихо, спокойно. Мы очень быстро теряем высоту, и теперь мы включаем турбины. И давай. Держись, дорогой! Тихо! Все, мы почти что перестали терять высоту и... Ну! Спокойно! Удерживаем! Ах, так, может быть, опустить просто мощность, чтобы меня так вот не задирало. Это не очень приятно. Когда меня вот так вот задирает и странно поворачивает на спину. Так. По-моему, самолету так даже больше нравится. Мне так не нравится, Кербалу тоже так не нравится, но самолету больше нравится. Так, это уже не самолет, это почти что шаттл. Так, или это космолет. Нет, до звездолета ему еще далеко, но... Что-то лед. Он лед. Он просто лед. Он самый что ни на есть лед. Так, давай, дорогой, я хочу тебя приземлить. Я не хочу терять Кербала. Так, спокойно. И я, честно говоря, может быть, нужно построить самолет стабильнее, потому что, видите, он когда... Он просто как самолет, не очень хороший. Он когда летит в одном направлении, да, это мило. Но чтобы ему лететь хоть куда-то, это тяжело. Это становится очень-очень...
тяжелым заданием. Так, может быть, мне просто SAS включить, а и перестать тут баловаться с кнопками? Так, скорее всего, это то, что мне стоит сделать. Стоило бы. Но я это не сделаю. Так, SAS, 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 SAS. Давай, дорогой, давай. Так. Так, ой, куда я... Где я поставил SAS? Так, давайте выключим его. Так, тихонько. Тихонько. Давай, давай, вытягивай. Вытягивай. Вот, хорошо. Хорошо, все. Все, ты... Нет, тихо, перестань. Ну, почему он заваливается на спину? Я не понимаю. То есть я... Что-то я в конструкции этого самолета сделал неправильно. Из-за чего ему очень-очень нравится заваливаться постоянно на спину. Скорее всего, это связано с центром тяжести или с подъемом. То есть что-то я все-таки постоянно забываю сделать правильно. Так, давайте попытаемся теперь. Так, хорошо, подтягиваем, подтягиваем, подтягиваем. И SAS, SAS, SAS. Давай, дорогой, что-нибудь сделай, что-нибудь сделай. Только не заваливайся на спину. Ему очень нравится взлетать. Понятно. Молодец, перестань, перестань это... А, комар, комар. Брось, 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 комар. Так... Ну, перестань. Я думал, ты хороший, а ты вот так вот летаешь. Да, вот. Кербл, я тебя не снабдил камерой, которая отстреливается? Нет, я его не снабдил ничем, что могло бы его спасти. Поэтому смерть его будет страшной и ужасной. Или мы сейчас посмотрим. Так. Нет, его смерть будет страшной и ужасной. И тормозим, тормозим, пари. Так, крылом сейчас. Нет. Я очень гладко приземлился в воду, как видите, тут даже плавает. Но ничего, хорошо. Давайте тогда пишите мне, что мне лучше сделать, что мне улучшить, потому что мне хочется вылететь далеко, то есть мы теперь вылетели в космос, что у меня раньше не получалось, но в космос вылететь — это одно, а стать стабильно на орбиту, а потом приземлиться — это очень-очень важно. Это уже настоящий космолет. И я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.